сізге қанты жатады яла. Да, на самом деле у нас это прототип, поэтому есть проблемы со связью, которые не зависят от колонки, на самом деле зависят от провайдера, от интернета, да, потому что здесь много народу, так что, ну, мы все понимаем, да, это прототип, да, окей, хорошо, все, окей. Цифровое неравенство любого экономического союза, оно приведет к отставанию той или иной страны. Мы этого не хотим. Почему Алиса не говорит на кыргызском? И тогда многие очень шокированно на меня смотрели, неужели Алиса сможет на кыргызском говорить. К сожалению, Алиса не смогла, но Атылай смогла. Поэтому я вас всех поздравляю. Я надеюсь, что СРЭ и все остальные будут учиться еще в Атылай. Мы приносим свои извинения, вот трехсекундная задержка, скорость интернета. Это уже наша инфраструктура, которую мы будем сейчас догонять.